Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом, работа, отбывает срок. Выходные передышка, отпуск как привал. Старость, пенсия, отдышка. А куда бежал? Жизнь разноцветием и сумбуром накрывает меня с головой. Глаза не успевают за каруселью красок, то и дело стараясь разглядеть свой любимый цвет. Вот он, вот же он, но никак. Карусель слишком быстрая и шумная, глаза совсем не успевают за ее заманчивой игрой. Я попался. Я так люблю жизнь, но так не успеваю понять, что это значит. В детстве я любил, когда мать прижимала меня к себе, и я чувствовал теплоту ее тела. Она запускала свою руку в мои волосы и рассказывала о том, какие у меня красивые веснушки. Тогда я чувствовал, что живу. Я делал вздох, зажмуривался и слышал, как бьется мое сердце. Сильно, отзывчиво и радостно. Ничего не было вокруг, только тепло, биение сердца и мечта. Мечта быстрее вырасти и побыстрее оказаться в мире взрослых. Я знал, что там меня ждут чудеса. Мое рвение первооткрывателя говорило мне, что тайна не за горами, что мне необходимо соорудить свой корабль, поймать попутный ветер, коим были мои мечты, и плыть навстречу чуду, которое было недосягаемо, но зов которого я слышал постоянно, как и тогда, прижавшись покрепче к матери и чувствуя теплоту ее тела. Потом я пошел в школу. У меня неплохо получалось. Сперва было совсем непонятно, как справляться с тем, о чем мне говорили, о правилах, о которых я даже не подозревал. Но я старался. Я понял, что хочет слышать учитель. И время от времени я говорил это, получая хорошие отметки. Но мы не говорили про мои мечты. Ни слова. Я думал, что пока не время, и ждал. Ждал, когда наступит тот день, где учитель попросит нас собраться вокруг и, глядя друг другу в глаза с озорством и проворством, что меня переполняли, попросит рассказать каждого в классе о своих мечтаниях, о голосе своего сердца, который мы ясно и четко слышали с самого первого нашего вздоха, родившись в этом прекрасном и загадочном мире. Но этого не происходило. Я рос и видел, как мои друзья и одноклассники все меньше и меньше улыбались искренне, загорая, словно свеча, озаряя все вокруг. В них начала появляться озабоченность. Глаза стали потухать, как и весь их свет. Вместо обсуждения своих мечтаний, мы говорили о том, как нужно действовать в мире и лучше приспосабливаться к нему, кем нужно стать, чтобы больше зарабатывать. Мы спешили стать взрослыми. Теми взрослыми, которые получаются из детей с затухающим огнем свечи, одним из которых был я сам. Я все меньше слышал голос своего сердца, его пульс. Дышал все чаще, без глубины каждого вздоха, поверхностно, не внимая запаху жизни. Все меньше жизни было в моем частом и неравномерном дыхании. Университет. Я помню это прекрасное время. Тогда я еще видел в людях свечение. Точнее, видел то, что от этого свечения осталось. Крохи, капли, песчинки. Но те моменты, когда остатки света загорались во мне, вызывая сияние в окружающих, были незабываемыми. Я будто вспоминал ту ясность, влюбленность и теплоту, которую ощущал, утопая в объятиях матери. Тогда я помнил о себе и о своем стремлении быть первооткрывателем, о тех порывах и взрывах света и тепла, что случались у меня. Лишь только мне стоило вспомнить о загадочном и необъятном мире, который ждет меня, ждет моих открытий и наполнен встречами с такими же исследователями, каким был я сам. Но сейчас в университете я вовсе не видел этого. Окружающие меня люди вовсе перестали сиять, а мое свечение угасало вместе с пониманием настоящей живой жизни.
Тогда я впервые увидел, как жизнь забирает людей. Точнее, то, что они подразумевают под этим словом. Я видел будущих специалистов, инженеров, матерей, отцов, управленцев со своими планами и амбициями. Они говорили мне о них всякий раз, когда я встречал этих людей. А я говорил им в ответ о том же самом. Я дышал еще поверхностнее и чаще, чем в школе, и совсем позабыл, что у вздохов есть глубина. То, что мы называли жизнью, забирало все у меня без остатка. Каждый мой вздох был для нее. Она мне диктовала, кем я должен стать, что для этого делать, куда идти, чтобы зарабатывать, обеспечивать, гордиться, восхищаться, завидовать. Но ни единого слова про мои мечты, про голос моего сердца. Чем больше я дышал для нее, тем меньше дышал для себя и своих стремлений. Взрослая жизнь. О, сколько людей она забрала у меня. Сколько забрала она света в людях. Сколько она забрала вздохов. Я видел людей, уходящих на поприще семьи. Они словно растворялись в развороченном буре быти, не понимая, куда же нес их рок событий. Нет, естественно, кто-то из них стал хорошим отцом или матерью. Кто-то стал чуть менее хорошим отцом или матерью. Но что странно, я видел этих людей и видел, как часто они дышат, не обращая внимания на глубину своих вздохов. У них не было времени, да и сил признаться тоже, чтобы почувствовать ритм дыхания, каждый свой вздох. Они постоянно куда-то торопились. Говоря с ними, я тоже торопился. Жизнь, вернее то, что мы называли жизнью, предъявляла список требований того, что я должен сделать, чтобы ей соответствовать. Там было все. Хороший заработок, поиск работы, покупка разного барахла, что случайно увидел на фотографии в интернете, полет в страну, подготовка к вечеринкам, чтобы почувствовать себя живым и прочее, прочее, прочее. Список поистину огромен. Там было все. Но не было ни слова про мои мечтания. Всякий раз, следуя по списку, я задыхался, хотя дышал часто. Часто, но поверхностно. Признаюсь, сперва двигаясь по списку жизни, а точнее тому, что мы назвали этим словом, и что нас держало за пленных рабов, я чувствовал движение. Был драйв и ритм, а потом пропасть. Усталость, одышка, асфиксия. Я не дышал вовсе. Все мое дыхание забрала она, чье название начиналось на букву «Ж». Что удивительно, встречаясь с людьми, я видел в них то же самое. Они вовсе не дышали, а лишь двигались по списку, приготовленному им тем, что начинается на букву «Ж». Но были они синие от нехватки кислорода. Нет, они дышали, но очень быстро и очень поверхностно. И все то время, что мы проводили с ними, мы ни разу не говорили о мечтаниях, о том голосе, что был в наших сердцах с самого детства. Я точно знаю, что такой голос был и у людей, которых я встречал со времени их первого вздоха. Был. Но они забыли про него. Синие задыхающиеся люди. Отцы, матеря, управленцы, блогеры, специалисты, но не исследователи с мечтами, не те дети с полными огня глазами и полными легкими воздуха, переполняющего их возбуждение от предвкушения новых открытий, исследователей и путешественников, коим дует попутный ветер перемен, и кто зовет тебя в приключения. Я видел людей с полным до отказа перечнем, озаглавленным словом с большой первой буквы «Ж», и ни следа от тех авантюристов, которыми они были раньше, когда дышали спокойно и глубоко, наполняя свои легкие жизни, частью которой они являлись. Странно. Но люди со списком таким четким, понятным и строгим зачастую не выглядели уверенными и понимающими. В их глазах я видел смятение от того, кем же они на самом деле являются. Я не слышал ни одного глубокого вздоха, находясь рядом, потому что я сам дышал небрежно и быстро. Но мне надоело задыхаться. Я все чаще начал вспоминать себя юнца с полным жизнью, сердцем. И во что бы то ни стало стремящимся приоткрыть занавесу тайны с мира, заглянуть в его потаенные уголки.
Я стал вспоминать, что хотел посвятить свое сердце приключениям, находить таких же авантюристов, каким был я сам, чтобы, соорудив экспедицию, отправляться с ними вместе на поиски золотого руна, а после говорить об этом с теми, кто может слушать. Я вспомнил, кем я хотел быть, понял, чего не хватало в моем списке, который я начал писать еще со школы, озаглавив его словом с первой буквой «Ж». Я увидел, что у меня не было ни слова о дыхании и вздоха, о их глубине и той жизни, что они несут с собой. И я начал дышать для себя. Шум суеты, быта, какой бы громкий и опустошительный ни был, я заглушал, вспоминая мечтания. В эти моменты я начинал дышать спокойно и размеренно. А потом я заметил, что звук моих дыханий, которые я делал для себя, не ради списка, а ради своей живой сути, заглушает полностью шум суеты, которая забирала весь мой воздух. Сперва это был один вздох, но глубокий и осознанный. Чтобы сделать его, я находил в своем дне момент, когда я живу для себя и своих мечтаний. Я бескомпромиссно отбирал этот момент из времени, что я трачу на обслуживание своего списка. И тогда я делал вздох, глубокий и осмысленный. Я чувствовал, как жизнь наполняет меня полностью с ног до головы. Как каждая клеточка моего организма наполняется светом, который она потеряла. Я чувствовал, что живу. Что я не этот список, составленный где-то в прошлом, что я на самом деле не будущий отец, специалист, управленец, все это слова из списка. Вздох наполнял меня осознанием, что я – это я. Я начал понимать, что чем меньше я буду дышать для себя, тем сильнее я буду задыхаться. Ведь список требует очень многого. Несомненно, кое-что дает, но ничего из того, кем я себя чувствую, но лишь то, кем я себя представляю. Затем, после одного мгновения, я начал красить у списка другое. Я делал уже не один, но два вдоха. И мое сердце вновь вспоминало, что такое радость. Эти моменты принадлежали только мне. Ни моим ролям, ни моему окружению, ни списку. Только мне. В эти моменты это был я. Живой, полный сияния, понимания и жажды приключений, которые меня звала необъятная и величественная тайна, что мы называем миром. Я решил рассказывать другим про подобные моменты и вздохи, про кражу у списка времени для себя. Я просил их остановиться и отдышаться, осмотреться и побыть в тишине, забыв о списке. Я говорил, что в противном случае все пройдет и ничего не останется. Ни их, ни их пресловутых списков. Что они – это не те роли, которые написаны. Что их время должно принадлежать не только кругу обязанностей, но и им. Что они должны время от времени отстраняться от того, что начинается на букву «Ж». И вспомнить, кем они являлись и кем хотели быть, когда слышали голос своего сердца. И когда никакого списка не было в помине. Я спрашивал их, стали ли они теми, кем желали быть изначально. Спрашивал, почему не стали. И знаете что? Они не понимали меня, боялись и называли дураком. Но потом отчего-то начинали мне вновь говорить про вещи, написанные у них в списке.